19 мая в Digital October прошел Apps Fall Forum 2014. Объединив под своим началом разработчиков приложений, создателей мобильного железа и других смежных областей. Открывали мероприятие с приветственным словом Андрей Шаров, ОАО «Сбербанк России». Скажите, кто верит в то, что банки могут меняться так же быстро, как вы? Один человек. Я вам сейчас докажу, что банки меняются очень быстро. Я смотрю, как вы одеты. Честно говоря, хочу быть такими же, как вы. Включите музыку. Денис Волошко, Samsung и Сергей Поспелов, Федеральное агентство по делам молодежи. Каждый из них пожелал процветания и дальнейшего развития идей, а также праздничного настроения на весь день работы форума. В рамках самого ивента затрагивались вопросы новых платформ. Так, компания Samsung рассказала о главных особенностях работы с TizenOS и носимой электроникой, а также Smart TV. Последний можно было пробовать в зоне отдыха, оценив все прелести обновления начинки и 4К разрешения. Кроме этого, эксперты поделились мнением о психологии использования мобильных устройств, удержании пользователя в приложении, о создании успешного продукта с нуля без привлечения инвестиций, трендах монетизации приложений, а также о многом-многом другом. В качестве небольшой и развлекательной практической части все желающие могли пообщаться с представителями компаний-производителей железа, такими как, например, Huawei. Кроме этого, не меньший интерес вызвали сотрудники Сбербанка России, рассказывающие все этапы для кредитования малого бизнеса. Apps Fall Forum в очередной раз доказал, что предела совершенству нет. Вопросы, стоящие перед разработчиками, должны быть решены. А где это еще можно сделать, как не в рамках профессионального форума совместно с коллегами? Все получилось достаточно бодро. Утро интересно. Остается дождаться первых результатов в виде роста доли рынка в IT-активности нашей страны. Не забывайте, что мы всегда рады вашим лайкам и комментариям под этим видео. Также подписывайтесь на YouTube-канал и следите за обновлениями в социальных сетях. На Jason TV ежедневно публикуется масса всего интересного. Не забываем заглядывать и туда.